чого починається ім'я друга? Якщо ви обираєте собі собаку клубного походження з гарним родоводом та усіма супроводжуючими документами, то ім'я починається вже у кінологічному клубі, де по сліду щенят присвоюється певна літера. Начинается все с того, что мы приходим в клуб, говорим о том, что у нас родились щеночки, и нам говорят, на какую букву будут щеночки наши названы. Значит, например, в данном случае, в данном помете у нас буква «Д». Дальше начинаются очень сложные поиски. Звісно, деякі щенята вже народжуються із ім'ям, і варто тільки побачити новонародженого, а ти вже знаєш, як його звати. Але так виходить не зовсім. Потом начинается очень сложная история. Перерываются все итальянские словари, поскольку порода итальянская. Все недра нашего бескрайнего интернета в поисках. Потому что имя должно быть индивидуальное, имя должно быть неповторимое. Щенята та дорослі песики у цьому процесі також допомагають. Недарма кажуть, як ви човен назвете, так він і попливе. Ім'я вельми впливає на характер та долю собаки. Тут в данном помете у нас сразу у девочки, значит, родилась у нас первая девочка, и вот всей семьей мы решили, что ее будут звать Стелла. Но поскольку помет у нас на букву «Д», вот мы очень долго думали, очень долго подбирали второе имя, и у нас получилось «Dream for Stella». Вот я думаю, у девочки должна быть хорошая, счастливая судьба. Очень многим деткам дают имена их будущие владельцы. Майбутні власники частенько закохуються у матір щенят і просять назвати щеня її ім'ям. У Дарси домашнє ім'я Дарсаліна. Ось так от ми її любимо, називаємо ласково. І от владелець ще одної дівчинки, опять же, пронікшись дуже великою любов'ю к Дарсі, попросив, щоб ми назвали дівчинку Дарсаліна. Вот, ну, вот обычно как бы вот так вот. Если долго не можем подобрать имя щеночку, мы очень долго наблюдаем за характером щеночка, наблюдаем за его повадками, скажем так, за его темпераментом, к чему больше как бы склоняется щеночек. Вот и тоже уже исходя из этого подбираем имя. Інколи щенята самі обирають собі ім'я. Родился щеночек. Тигровый был единственный мальчик, был тигровый, которого мы назвали Фигаро. И при актировке помета все очень хорошо, все очень замечательно. Фигаро оказался абсолютно другой щенок, черного цвета. Вот. А тиграш получил другое имя Давид. Вот так вот, я не знаю, как это. Вот он таким образом выбрал себе имя. Найкраще, аби ім'я мало позитив у значенні. Исходя из опыта, больше позитивных. Потому что пафосные имена, они зачастую, они очень длинные. Дома никто так щенков не называет. Вот у нас, например, в прошлом помете есть щенок Фархад Фортуната Винчитори Неро. Дома он просто Фарик. Вот пафосное имя. Найчастіше відшукується аналог імені, а вже потім знаходиться його достойний переклад на англійську чи італійську. Часто на русском, да, от как бы є якісь там могучий, там красивий, непобедимий. Чаще бывают такие варианты, что они подбираются на русском, потом перерываются итальянские, испанские, словари в интернете, в печатном виде. То есть если это действительно звучит красиво, звучит, тогда да, берется перевод имени. Ну, имя со смыслом должно быть, имя должно нести какую-то информацию в себе о щенке. И я считаю, что очень часто имя влияет на судьбу щенка. Маленька компанія бажає, аби ім'я ваших улюбленців мало тільки позитивний вплив. Наступного разу ми розкриємо секрет, чому собаче ім'я обов'язково повинно мати літеру «Р».